Ремонтные работы ведутся на 600-метровом участке улицы Джалила Мамет-Кулизады от пересечения с улицы Насиббека Юсифбейли до улицы Азера Алиева и на 840-метровом участке от пересечения с улицы Бакиханова до пересечения с улицы Алибека Гусейнзаде. Ширина участка от улицы Насиббека Юсифбейли до улицы Азера Алиева составляет 21 метр. В настоящее время на этом участке демонтируют старые бордюры и устанавливают новые. Будет восстановлена дождевая канализация для нормального отвода поверхности. На участке улицы Джалила Мамет-Кулизаде шириной 10 метров от пересечения с улицей Бакиханова до пересечения с улицей Алибека Гусейнзаде укладывается новый асфальтобетонный слой. Ремонтные работы продолжаются и на улицах Ильгара Исмайлова и на Джавбека Визирова. Кроме того, планируется ремонт улиц Мирасадуллы Миргасымова и Насиббека Юсифбейли общей протяженностью 1130 метров. В этом году в Насиминском районе отремонтированы улицы Наджафбека Визирова, Гусейнгулы Сарабского, братьев Мардановых, Агададаша Гурбанова и Мустафа Бека Топчубашева общей протяженностью 1521 метр. В соответствии с инвестиционной программой 2021 года на территории Насиминского района столицы отремонтированы улицы протяженностью 6,4 километра.